этому включению имеют повреждения. Эти повреждения не дадут возможность МОЭКа включить сети. Сегодня, может быть, включить горячую воду, все равно отключится потом из-за повреждения, опять будем делать. Отопление придет в сентябрь месяц, включить невозможно этими трубопроводами. Вы записываете, я сейчас официально вам говорю. И в сентябре месяце вы обратитесь опять в МОЭК, если не переложим трассы, то вы будете, наверное, пытаться обвинить их. Вот сейчас официально запись это подтверждением будет, что мы к вам обращались, просили допустить своевременно переложить с целью подготовки вас к отопительным сезонам. И прожить зиму без повреждений и далее, если по сроку службы 50 лет подтверждается, дай бог хотя бы 30 лет проживем без повреждений. Уважаемые жители, ну я не помню, представился или нет, Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от вашего округа. Мы выслушали речь Кайдара, приняли к сведению, но мы договорились, что сегодня будут предоставлены все перечисленные документы, я не буду их повторять. Но особенно нас интересует документ с описанием тех повреждений, которые имеют место на сети здесь. А завтра мы собираемся вечером, во сколько? В 7 часов. Давайте. 7, конечно. 7 вечера, уже изучив эти документы, в том числе я со своими юристами их изучу. И вы примете в 7 часов решение, что дальше вы хотите делать с этим участком земли. Разрешать здесь эти коммуникации, не разрешать. Вот как решите, так и будет.